В общем, захотел я поработать такси. Давай заводить машину, она не заводится. Так мало того, и окна даже перестали подниматься. Опустил все окна, включая зажигание, поднимаю окна, а ничего не происходит. Ну, обычно даже когда аккумулятор там может чуть-чуть типа разряженный, то окна слушаются. А это даже окна перестали слушаться. В общем, меня такой расклад очень сильно не устроил. Я разозлился и начал, извините меня за мат, хуярить эту машину. Прыгать по капоту, прыгать по лобовому стеклу и все это в хлам разносить и получать от этого удовольствие. Потому что когда машина тебя не слушается, смысл в такой машине? Хочется ей как-то отомстить, наказать, как-то злость это выместить. Ну, так как выместить зло на тех людях, которые влезли в мою машину, у меня нет возможности. Поэтому я как бы вымещаю зло на самой машине. Ну а что остается делать? Надо же на ком-то выместить зло. Вот так вот. Вот так вот и снимаю стресс. А как вы развлекаетесь? Поделитесь в комментариях.